Добрый день, меня зовут Трофимова Елена. Я собственник сети магазинов «Евола» в городе Москве. Я в бизнесе больше 15 лет, в успешном бизнесе. Магазины женской одежды на любой вкус. Мы придерживаемся такого стиля, как удобно, красиво и комфортно. В бизнесе важно, чтобы был контакт с покупателями напрямую. Клиентки с нами уже больше 15 лет. И мои стилисты, девочки, которые работают так же, кто-то 10 лет, кто-то и больше, с удовольствием подбирают и с удовольствием дружат с нашими покупательницами. Когда я познакомилась с Еленой Лисиной полгода назад, она познакомила меня с компанией UDS. Очень быстро мы решили внедрить ее в мой бизнес. Программа замечательная. Благодаря Елене я оценила все прелести этой программы, потому что все оцифровано, видно всю статистику с момента подключения программы. Это очень удобно для людей, которые любят и ценят свою свободу и считают деньги. Это очень приятная и очень полезная программа. С Еленой мы познакомились на одном из мероприятий. Когда я узнала, что она собственник сети магазинов женской одежды «Евола», предложила встретиться в нашем офисе, чтобы быть полезной для ее бизнеса. После установочной встречи с собственником мы разработали стратегию внедрения программы UDS в бизнес и достигли следующих результатов. Уже в первый месяц оцифровали 1108 клиентов. За все время работы оцифровано 2200 клиентов. Из них 1930 клиентов сделали покупки. Благодаря рекомендациям база приросла на 187 клиентов. Из них уже сделали покупки на 81 382 рубля. Уже есть рекомендации на четвертом уровне. И на третьем уровне сделали покупки 4 человека. Благодаря щедрому вознаграждению клиентам и вовлеченности собственника мы достигли крутых результатов в короткий срок. После эффективного внедрения программы UDS возвратность клиентов увеличилась в моменте. Мы наблюдали, когда клиенты возвращаются в тот же день, чтобы сделать повторную покупку. Мне важно держать руку на пульсе моего бизнеса. Когда находишься где-то в отпуске, либо в командировке, очень важно, когда знаешь, что происходит в магазинах. При помощи программы UDS я могу спокойно все это отслеживать, независимо от того, какое время суток. Смотреть, сколько было продаж, какая была касса. Можно связаться с клиентом, с покупателем. Поэтому это очень удобно и очень важно для любого предпринимателя.